Здравствуйте. Извиняемся за маленькую задержечку, потому что что-то потекло не так. Но, как видите, сейчас уже все отлично. Те, кто не знает, я Булкич, перед вами Darkness, но не основная компания, а компания Vendetta. Одно лицо. И перед тем, как все начнется, нам нужно выбрать персонажа. У нас есть на выбор. Азиат-наркоман, женщина с пушкой, чернокожий доктор и алкаш. Но из всех них только лучшая вот эта женщина. Потому что у нее есть, во-первых, хорошая пушка, а во-вторых, хорошая способность. И таймер у нас стартует тогда, когда, во-первых, у нас появится... Я скажу, когда... Нажимаем начать задание и 3, 2, 1, поехали. Компания Vendetta связана с сюжетом в том плане, что мы выполняем некоторые задания, которые нас попросили выполнить. И, конечно же, все начинается с какой-нибудь свалки, которой нам надо защищать всех и вся. Используем здесь нашу способность ганчеллинг, благодаря которой мы можем стрелять во все и вся через стены в определенном радиусе. И пока я все это говорю, мы должны спасти Джонни. Джонни у нас это безумный парень, который шарит за тьму. Но перед тем, как его спасти, мы должны здесь всех убить, всех поубивать и найти всех неприятных парней. А также уничтожить генератор, потому что генератор — это плохо. И в таких аренах самое морока — это искать последнего противника, потому что непонятно, где он может быть. Находим Джонни, запасаемся патронами и готовимся к тому, что на нас будут нападать со всех трех сторон. С которых здесь можно зайти. Я видел, конечно, такое кино, которое начиналось точно так же, но я не буду говорить, что это за кино. Сами понимаете, о чем я говорю. С накопленным ганчеллингом мы пытаемся уничтожить всех. Ловим все и вся каждого, и после того, как мы защищаем всех, мы идем спасать Джонни. Делаю, конечно, немного тихий, это сейчас исправлю. Да, все. Спасибо, спасибо! Вы мне жизнь спасли! Эй, стойте-ка! От вас просто несет тьмой! То есть... Вот дерьмо! Вас прислал грёбаный Джеки Эстакада! Это точно меня уроет! Чёрт, чёрт! Ладно, ведите меня к нему. Не, ну это же вот. Надо, вот не пруха-то! Собственно, почему мы играем только за Шошану? За агента из Масады? Опять же, это... В соло-категории это самый мощный персонаж. Только благодаря ее способности стрелять сквозь стены и... быстро заряжать ночную длань, то есть вот эту мелкую двухстволку. Тем самым нанося довольно очень много урона и зачищая все и вся. И самое главное в этой игре — лифты. Лифты. Все любят лифты. Но самое обидное, тут даже музыки нету. В лифте, понимаете? Бережет ее от промахов. Ого! С тобой шутки плохи. Главное, не забыть об этом. Увидишь пушку, вспомнишь. Это шутка, да? Большинство наших заданий заключается в том, что мы помогаем Джеки Эстакадо. Скажем так, параллельно с сюжетом. Он скоро будет обнаружен. Что нас отправляет на какие-нибудь заводы, еще куда-нибудь. Слушай,
И поэтому мы сейчас пытаемся быстро все зачистить, потому что все зависит от того, как мы защищаем эти арены. Иногда, кстати, могут подсвечивать нам противников. Конечно, немного криво аренка пошла, но пойдет. Пытаемся немножечко зачистить сверху. Ждем, пока противники снизу с комнатки заспавнятся. И начинаем такое месиво. А кого и где еще мы потеряли? А, понятно. Иногда, к сожалению, радиус особо не достает куда надо. Почему? Обидно, собственно. Но нам всегда могут подсветить. Либо же мы можем спокойно сами найти, если это маленькая арена. И после того, как мы берем какой-нибудь из артефактов тьмы, на нас нападают вот эти чудики. Не знаю, какие, как их можно назвать. Типа, ну, посмотрите на это. Вот что это может быть? Берем карабин, потому что он нам понадобится. И смотрим на этого шикарного мужчину. Не знаю, не мужчину. Ну и также длинные довольно ожидания окончания миссии. Пропускаем все катсцены, потому что мы спидранеры, мы продолжаем бегать, прыгать и убивать. И мы уже идем за следующим артефактом тьмы. А самое главное — быть во тьме, чтобы мы могли спокойно использовать нашу способность. Потому что мы спокойно благодаря этой способности всех убиваем. И чтобы зарядить нашу способность, мы либо убиваем с ночной длани. Да. Либо же мы пожираем сердца. Желательно и то, и то. Пропускаем диалоги, пропускаем все, мы просто бежим дальше к нашей цели. Параллельно немного уничтожая генераторы, потому что они нам могут помешать, когда мы будем идти назад. А пока мы идем к Дольфу забирать у него маленький чемоданчик. И поехали самые интереснейшие диалоги. Это ты нам должен помогать? Забавно. Я очень полезный. Есть у меня такая тема. Я тысячу лет собираюсь это сделать, но босс меня вообще на дело не выпускал. С диалогами мы здесь ничего не можем поделать, поэтому мы просто ожидаем конца диалога и берем этот чемоданчик и улепетываем назад к тому трейлеру, из которого говорил как какой-то ненужный пацанчик. Параллельно нам надо все это дело зачищать, убивая всех на своем пути. Не тратим время и заряжаем через уничтожение сердца нашу ночную длань. И бежим всех опять бегать, прыгать, убивать. Идем сюда. И включая ганчейлинг, мы начинаем расстреливать все и все. Вот.
подождаем, когда включится диалог. Начинает проигрываться диалог. Спамим пробелом и пытаемся поставить бомбу. Он говорит правду. Значит, больше он нам не нужен. Все, забираем этот свиток и опять ждем нападения от приспешников тьмы. Раз. Вот второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Вообще, этот красный эффект мы можем убрать благодаря тому, что мы пожрем что-нибудь сердце. Но зачем? Зачем? Собственно, вот. А категория довольно короткая, миссий тут довольно мало. Это так, чисто побегать с кем-нибудь в копе и повеселиться. Ну, что там, Седра? Надо скорее понять, какое оружие на фоку. Но как по спидрану, это все довольно здесь должно быть технически слажено и, как ни странно, у вас с вашими напарниками должно быть какое-то понимание игры. Ждем лифт, чтобы он пока опустился к нам и чтобы мы на нем поднялись. Практически, вроде как в каждом лифте, в каждой миссии есть лифт, кроме первой. Потому что лифты — это хорошо. Как ни странно, в некоторых лифтах даже можно клипнуться. Но это бывает раз через раз. И перед тем, как мы пойдем к одному из боссов следующих, заряжаем ганчеллинг. Потому что мы убиваем сночной длани и пожираем сердца. И спокойно бежим к боссу. Седро. И здесь мы, здесь у нас происходит скип того, что мы просто, не заканчивая диалог, вызываем его из этого фургончика и пытаемся его убить. Он настолько черный, что его на свету не видно, как ни странно. Вот, и как-то криво мы его убираем. Тьму. Копье судьбы уничтожит носителя, и мы умоемся кровью невинных. Дед. Только и делают, что говорят. Сами или в чужих телах. Парни, надо найти это копье. Это даже не был расизм. Это вы уже что-то придумываете. Происходит темная энергия. Едем на телестудию. Посмотрим, как она с этим связана. Ай-яй-яй, чат, ай-яй-я. Но это была годная шутка. А, да. И сейчас довольно неприятная миссия следует. Это парковка. Потому что здесь нас... решетят со всех сторон и готовы будет ослеплять нас, кидать нас флешечки такие. И поэтому мы должны как минимум путь знать на уровне, на ощупь. И самое главное, пытаемся не умереть и просто уже пробегаем вот это все дело. Бежим до нужной нам двери, чтобы активировать диалог. Чтобы мы увидели нашего злодея. Вот как можете посмотреть на него, да, он красив, но нет, не красив, он урод, который за тьму в плохом смысле. И пока он там что-то балякает, мы
Продолжаем убивать тех, которые гнали за нами, чтобы просто уже отхилиться и готовым быть опять к очередной аренке. Ждем, когда сейчас будут появляться такие телепортирующиеся противники. Моральный урод тогда уж. Ждем, когда появляются вот эти мужчины, и заряжаем в них полный заряд ночной длани. Потому что если по-нормальному в них стрелять, именно что по-нормальному, они будут бегать, прыгать туда-сюда. Вот, например, вот так. Да, мне не больно, поэтому... И ждем, когда приходят к нам вот эти мужчины, которые хотят нас отдубасить своими недотопорами. Ай-яй-яй. И ждем очередной лифт. И самое главное успеть прыгнуть, чтобы можно было успеть клипнуться. Сейчас будет секция, в которой нам надо пробежать до определенной двери. И при этом нам надо успевать их зачать. Параллельно убивая вот таких неприятных прислужников тьмы, которые носят с собой фонари. Можем сделать так еще. Заряжаем ночную длань, видим щитовика, делаем так, пробегаем и нажимаем ганчельник, чтобы уже просто до конца зачистить эту комнату, а точнее этот коридор. Запасаемся патронами и ждем одного парня. Заряжаем ганчеллинг, постепенно убивая всех остальных в этой комнате. И чтобы спокойно уже дальше пробежать. Немного зачищаем эту крышу, потому что, как я думаю, если отсюда эти парни не будут стрелять, то будет в разы проще жить. Стреляем по вертолету, чтобы нам он не светил своим фонарем прям в лицо, потому что это будет нам мешать. И постепенно мы продолжаем зачищать эту большую арену. Почему арена? Потому что вся эта игра снова из сплошных арен. И с этим ничего не поделаешь. Ждем всех остальных и убегаем от этих флешек, потому что флешки здесь очень довольно неприятные. Как я помню, их можно даже как-то уничтожить, эти флешки, пока они летят и пока они сработали, тем самым облегчая нам жизнь.
Причем, когда открываются ворота, мы выбегаем в одну из этих дверей и начинаем просто решетить все и вся. Когда активируется диалог и постепенно заряжаем ганченлинг. И снова встречаем этих телепортирующихся парней. И заряжаем в них ночную длань. Немного что-то у меня... Я что-то растерялся. Немножечко. И ждем сейчас последнего противника, который будет... Здесь. Да. Потому что игра либо подсвечивает, что он есть, либо его вообще не подсвечивает. Из-за чего вы начинаете ждать очень много времени, пока он поднимется, либо просто подсветится, и с помощью гончельника вы можете просто прострелить его здесь. Ну, хотя бы так, собственно. Теперь мы в доках, заменяем с УЗИ на МП-7, потому что у МП-7 вроде скорострельность больше, как я помню. И сейчас мы пытаемся чоково разузнать про копье тьмы, параллельно убивая все и вся. В некоторых местах нам надо самому что-то делать, и пока я это все дело говорил, вы могли увидеть, как в этого паренька вселился какой-то демон. Побегаем сюда и до конца зачищаем эту арену. И перемещаемся в комнату с, как ни странно, босс-файтом. Кого носитель смог выставить против меня? Вы зря тратите мое время. Ну, детки, вперед! Давай поиграем в прятки! Давай лучше в кровищу! Телепортирующиеся прислужники тьмы. Имена вы их можете видеть сверху. И здесь босс-файт с ними состоит из трех фаз. Для начала их надо забрать для того, чтобы они отсюда слиняли. Собственно, что произошло. Второй этап заключается в этом же, но тут уже пространство будет пообширнее, из-за чего нам надо более-менее как-то успевать их убивать. Заканчиваем этот этап и бежим уже к финальному этапу этого босс-файта. Пробегаем здесь по правой стороне и при этом пытаемся не сильно попадаться на свет, потому что на свету нам больно, а в темноте нам хорошо. Убиваем этого парня, забираем его сердце, параллельно заряжая ганченлинг, и бежим опять уже к окончательному босс-файту с этими двумя. Иногда не сразу получается по-нормальному убить здесь каждого из них. Потому что, как вы можете видеть, они неуловимы, как непонятно что.
Забираем документы и все. И на этом заканчивается миссия. И сейчас уже, уже стартуют финальные миссии, можно сказать, этой игры в кавычках. Идем за Дольфа, чтобы его сопроводить к нужному месту. И параллельно мы должны здесь всех убивать, потому что если Дольфа на кого-то наткнется, и, либо его могут убить, либо он просто застрянет. Поэтому всю работу приходится делать нам. И параллельно смотрим, ползет ли Дольфа за нами. Потому что нам не надо особо терять здесь с ним времени. Немного пробегаем сюда. Уничтожаем здесь свет. И самое главное, смотрим за Дольфом. Это компания Vindette. Здесь мы и не будем играть за Джеки, у которого есть свои щупальца, которыми он может всех убивать. И что еще только не делать. Окей, пора что-нибудь взорвать. И сейчас немного... двухминутного автоскроллера, можно сказать, где особо мы ничего делать не будем. Кроме того, чтобы защищать вот этого неуклюжего паренька. Ну только посмотрите, как же он бежит, как же он старается. Вжух. Ну и защищаем Дольфа от вот этих телепортирующихся парней. Ну и главное, нам самому не умереть. Go crazy, go stupid. Опять же, как лифты, как и автоскроллеры, они здесь довольно скучноваты. Ну и после этого дела уже будет довольно две экшонистые миссии, более-менее, с лифтом, самое главное. И, а пока измен, мы просто будем ловить вот этих парней. Ожидаем, когда эта стена взорвется. Вот дверь, точнее. Можно и стена, потому что здесь ничего нету. Привет, ты в джазе услыхал?
Лучшие текстурочки. Вот, заходим в банк. И начинаем зачищать холл. От всех врагов, которые здесь появляются. Они приезжают к нам из лифтов. Что на этом этаже, что на верхнем этаже. Поэтому либо они идут к нам, либо мы идем к ним. Но в лучшем случае они будут идти к нам. Иногда они имеют привычку от нас убегать. Либо самому приходится надо стрелять. Вот и где он может быть. Так, стоп. Ожидаем этих телепортирующихся парней и батим их всех на себя. Потому что мы здесь одни, собственно, которых можно убить. Идем к хранилищу. Ставим устройство и идем в этот угол, чтобы скипнуть диалог и просто идти дальше. И в хранилище тоже довольно дофига ждет нас противников, поэтому просто делаем так. Интересно, как я в него не попал? Понимаем, что в хранилище ничего нету. Признаков темной энергии нет. Но где копье? Я вот смотрю на план банка. Наверху есть особое хранилище. Знаете что? Возьмите всю взрывчатку, которая осталась, и взорвите заднюю стену. Там будет лифт. На нем вы попадете наверх. Ее, лифт! Ставим бомбу. Взрывчатку. И к лифту. Самое главное, к лифту. Лифт, лифт, жди меня. Самое главное, успеть прыгнуть. Это самое главное. Да, 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 Джонни. Да-да. Опа, а мы клипнулись. Оба! Хоба! Ну и окончательно зачищаем здесь все и вся, параллельно убивая прислужников братства. Ждем, когда нас закидают флешками, но будут закидывать нас флешками тогда, когда мы здесь, собственно, всех убьем. Хватит меня бить. Начинает закидывать флешками, и мы зачищаем уже последнюю такую арену перед финальным босс-файтом.
сделан. Ваше время истекло. Время и истекло. И вот как он вонзил в себя палочку. Тем самым, почему-то мы переместились непонятно куда. А здесь сейчас будет последний босс, и готовьте время. А это тварь из преисподней, которым мы быстро убиваем. А, время будет стартовать тогда, когда... время надо будет остановить тогда, когда будет загрузка. Я, собственно, скажу. И... время. Ну что, копье у Джонни. Он думает, как его уничтожить, и слюни на него пускает. Не знаю, кто его разберет. Так или иначе, оно в надежных руках. Вы хорошо сработали, парни. Очень хорошо. Собственно, вот. Это